Великолепный дизайн. Вот так вот мы отзаебись. Конечно. Это что такое? Это лестница наверх. Убери ее нафиг отсюда. Ну, в смысле, убери, а как залезать на эту ебучую стену? Ты мой великолепный маг закрыл. Как ты посмел? Нахуй делать? Надо что делать? Как же это убого выглядит, а? Почему они не могут нормально открываться? Неужели это так сложно? Странные двери. Я не понимаю, почему эта дверь так открывается. Ладно, такая головоломка. Головоломка. Надо понять, как они открываются и сделать по-нормальному. А теперь они не в один ряд даже стоят. Говно, блять. И я не могу поставить плиту в это место теперь. Вот иди сюда. О, да, так стало гораздо лучше. Нет, слушай, нормально. Прям как в магните. Что-то веселое происходит, да? Эти двери меня с ума сводят. Цели только называются. Понял. Ред, зацени. Ты должен посмотреть, выйди отсюда нафиг. Зацени новую платформу. Как тебе? Охуенно. Ты должен идти. Ты зайти не сможешь никак. Да ладно, ты успел. Ты успел. Да сука. Да блять. Не, ну это выглядит здорово, Мэтт. У нас тут прям, блять, охуеть. Какие-то странные звуки, кто-то смеется, какой-то моб. Как... Но я ну так, это немного отличается от того, что я представлял себе, когда шел в эту игру. Но это так, 50% только еще сделано. 50% первого этажа. Я не знаю даже, как реагировать на это. Как? В смысле, охеренно все. Ты еще внутри не был. Да. Не суди книгу по обложке. Но обложка и так охуенно. Ангел где? Он там. Увидишь член в небе, значит там ангел. Кто в меня стреляет? Посмотри, что это? А, это ангел, он стреляет. Ну что, Вэлд, как тебе? Что?
ты наш фидо. А это что такое? Зачем вот это вот? Что? Вот это. Я не знаю. Это чтобы могли различать наши кровати. То лево и право сложно перепутать. Да. Mm-hmm.